мы на месте. Мы приветствуем Яниса, интересуемся, готовы ли он к диагностике и чистке. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Доверит. Даю команду. Видно что-нибудь визуально, Вера, посмотри. У него на лице какая-то конструкция, как ржавым цветом. И тело, как в накидке, в такой, полностью от шеи вниз. Так, хорошо, сканер. Отключи эту конструкцию, которая у него на голове. Сними эту накидку. Выводи все сопутствующие чипы, датчики, импланты, связанные с этой конструкцией, накидкой из биополя. И все это выходит, формируется перед ним шар. Это одна конструкция. В голове у него глаза, челюсть, рот. Там стоит какая-то ржавая конструкция. Она подключена к этой оболочке, все которая его закрывает. Хорошо, значит, одна конструкция. Выходит она все. Поглощает энергию со всех чакр. Так как даже. Плата, да, он полностью от шеи до ног закрыт. Посмотрим, что это за паразит такой сидит. Готово. Отправляю в клетку-тюрьму. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Яниса, под ногами 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел Яниса, находит все. Рептилоид, 2 Грея. У них есть пульт и есть какой-то аппарат, который следит за ним, передвигающийся. Он где похож на такое, как типа собаки что-то. И где этот, где этот аппарат? С ними, с пульт в руках, аппарат рядом. Пульт с аппаратом переходит в соседнюю клетку. Готово. Какой у нас рептилоид? 150. Ты военный? Я военный. Итак, кто у нас еще, кроме рептилоида и двух греев? Красный дракон. Есть. Суккуб. И бес. Какой бес? 8. Итак, у нас рептилоид, 2 грея с конструкцией. Красный дракон. Какой красный дракон? 24.85. Суккуб и бес. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы, и вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Яниса спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в его биополе. Каналы выстроились, также выстраиваются каналы к конструкции и накидке. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Янису. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилий потоки в 50 раз. Итак, пока идет реверс, сканер, дай мне полноту души Яниса на настоящий момент. 99. Хорошо. Значит, 1% будет в конструкции находиться. Сколько рептилоид и грея находились в этом биополе? 13 лет. Красный дракон, сколько ты присутствуешь в этом биополе? 4 года. Суккуб, сколько ты находишься в этом биополе? 7 с небольшим месяцем, почти 8. 7,5 месяцев. Пес, сколько ты присутствуешь в этом биополе? 1 год и 2 месяца. У кого-нибудь есть контракт с Янисом на пребывание в этом биополе? Нет. Кто из вас присутствует в доме Яниса, который мы сегодня чистим? У Греев есть платы. Красный дракон. Да. Бес. Да. Суккуба там нет. Хорошо. Как реверс? Закончен. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Янис забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Янис себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Забираем из конструкции накидки, биоматериал, все родные энергии. Все, что на чистоте Яниса находится, мощным потоком пошло назад. Усилие в 50 раз. Итак, рептилоид с греями. Как объяснить 13 лет пребывания в этом биополе и установление таких ужасных подключек на челюсти, на глаза и полнейший откат полностью всех энергий? Вы воровали все энергии. Вам одной чакры было мало. Какая цель этой подключки? Подключались постепенно. Это подключка, закрывающаяся, росла вниз, чакра за чакрой поглощалась. Были другие интерференты, которых вытеснили. Понятно. А что вы с этой энергией делали, которую воровали? Накапливали, сохраняли. Через плату отправляли для переработки. Хорошо. Время закончилось. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Начинаем с беса. Бес, скажи мне, где находится лярва в биополе Яниса? А руки и горло?
А почему? Горло и язык. Руки, горло и язык. Почему? Он когда говорит, руками размахивает, и у него собирается все это. Понятно. От вибрации вот этих движений, которые он делает. Хорошо. Хочешь получить эти лярвы? Хочет. Выходи сначала, снимай все, что ты оставил в его биополе на твоей чистоте. На месте доложи, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду. Приступай. Пока он снимает сканер, дай мне полноту души на настоящий момент. 100%. Отлично, хорошо. У него путы в ногах были, он снял. Хорошо. Разрешаю тебе забрать лярвы. Снимай все лярвы. Возвращайся назад в клетку. Готов. Суккуб, твоя очередь. Выходи. Что ты оставил в его биополе? Это твоя накидка была, которую мы вытащили? Или у тебя своя? У него нет накидки, у него есть подключки. Вытаскивай, где они стояли? На груди, не живота. Как они воздействовали? Что он ощущал и как его люди видели? У меня было желание, которое суккуб подавлял. Он снялся. Были желания, которые подавлял суккуб. Хорошо. Красный дракон, выходи, вытаскивай свои платы, отключайся полностью, докладывая готовности к проверке. Приступай. Готово. Сканер просканирует сейчас Яниса на чистоте рептилоида Греев и их конструкции. Не осталось ли что-то незамеченное, что мы не вытащили? Если находишь, уничтожай на месте. У него в голове чип есть. Хорошо, выводим этот чип. Есть. Выстраиваю от Яниса к прямой канал к этому чипу, отдаем все негативное, что он получил от него. Пошел процесс. Готово. Установили фильтр золотой сеточкой на этот канал и реверсом забирая все положительное, все родные энергии Яниса на счет 3. 1, 2, 3. Все пошло назад мощным потоком. Готово. Чип отправляю в клетку. Итак, больше ничего нет на чистоте рептилоида Грейв? Ничего нет. Не нашел? Хорошо, значит, все убрали. Даю команду на рассинхронизацию Яниса с конструкцией рептилоидов и Грейв, их пультом, их аппаратом, красным драконом и его платами, суккубом и бесом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Суккуб, я тебя отпускаю в первый раз, ты больше никогда не войдешь в это биополе. Тебе это понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте суккуба. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатывая, растворяя. Есть. Красный дракон, я сейчас открою тебе портал в дом Яниса. Собирай все свои платы, свои энергии, чтобы ничего не оставалось. Я прихожу, проверяю. Первый раз отпускаю на твою чистоту. Понятно все? Да. Открывается портал в дом Яниса. Красный дракон уходит в этот портал. Закрывай, печатывай, растворяй. Готово. Бес, ты один находишься в доме или там есть еще демон? Или он на участке? Демон есть на участке, черт есть в доме. Я тебя отправляю в дом. Ты собираешь сначала все, что ты там оставил. После этого я приду. Черт покажет мне все порталы. Я их закрою. После этого я соберу вам негатив в этом доме и отдам в дорогу. Поделю пополам. Все понятно? Да. Открывается портал в дом Яниса. Бес уходит в этот портал. Закрывай, печатывай, растворяй. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Приветствую тебя, Ли. У меня здесь рептилоид, два грея, пульт, какой-то аппарат для накопления этих энергий. Рептилоид 150-й военный. 13 лет находились в биополе, долгожители какие-то. А забираем их на проверку, пульт и аппарат забираем. Остальное уничтожить. Хорошо, под конструкцией накидка этой открывается воронка в галактическое ядро, и они уходят на переработку, закрывая, печатывая, растворяя. Готовы, их забрались. Хорошо, клетка пустая, да? Да. Поехали дальше. Переходим к закачке энергии, подъему и вибрации. Посмотри, сколько энергии нужно Янису и какая частота вибрации. 380. И? 27. На четыре макушку головы Яниса начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 380% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 27 Гц. Пошел подъем. Да. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. Хорошо, Янис, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Дышать легко.
Хорошо. Мы вам перешлем краски текст. Краски видно. Яркий какой-то. Это ваши родные цвета. Вы просто забыли уже, как они выглядят. Это ваши родные энергии. У вас было столько интерферентов и налеплено всего, что конструкция и так далее, что очень трудно было вам рассмотреть. А сейчас новая жизнь должна начаться. Мы вам перешлем текст манифеста. Вникните в его суть, что вы берете ответственность за свою жизнь, здоровье и за свое биополе, за свои энергии. Если вы это не сделаете, придут другие, кто возьмут за них ответственность, если они вам не нужны, они так говорят. Сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа. Сразу перейдем к чистке вашего дома.